Знаете что, я бы очень осторожно с этим обращался. Да, людей, которые ничего не делают, хотят хорошей жизни, поэтому у них проявляются и моменты там, воровства и так далее, и так далее. Вот, я бы здесь очень осторожно действовал, потому что люди, которые, скажем, пишут книги, которые пишут картины, создают фильмы, они как бы вроде бы не работают, но они члены своих профессиональных союзов. И профессиональный союз дает возможность человеку быть не тунеядцем, а рабочим своей профессии, своим, как говорится, трудом вот вносить вклад в нашу общую копилку. Вот, я бы здесь осторожно действовал, хотя, честно сказать, молодых людей, и не только молодых, но людей, которые трудоспособны в возрасте, если они ничего не хотят делать, и это у них, как говорится, ну, уже стало нормой поведения, я бы их наказывал.